Всем привет! Сегодня будем читать и писать блок Hyundai Creta. Внутри процессор Infineon 2361A. Значит, делать это мы будем при помощи MD-флешера, его модуля Kia Hyundai XE Infineon, адаптера Scanmatic 2. Так, давайте включим питание. Адаптера Scanmatic 2. Ну, вот такого вот хаба. Приобрел новый хаб. Hub 3.2 USB. Каждое оборудование можно выключить. Очень удобный хаб. Работает идеально. Просит выключить зажигание на 15 секунд и заново включить. Выключаем. 15 секунд можно отследить по счетчику. Идет чтение EEPROM, точнее Flash 3. И сохраняем наш EEPROM. Ну, опять выключаем зажигание на 15 секунд и потом включаем, чтобы из режима программирования выйти. Итак, открываем наш суперкалькулятор HexGuru Online. Вот, пожалуйста, входим сюда под своим логином. Вот, выбираем SRS. У нас Hyundai Creta и блок M40. Так, у меня доступно всего лишь 5 токенов. Вот. Этого не хватит для очистки и краш. Значит, сейчас выберем файл, посмотрим, что у нас там. Обнаружен краш. Вот, в том числе и вот эта вот ошибка. Вот, но эта ошибка, на столе не нужно диагностировать этот блок. Ставим в машину, делаем все подушки и стираем ошибку. 16.20 ошибка сотрется. На столе диагностировать ее не надо. Значит, стоимость очистки 10 токенов. Нам нужно приобрести сначала токены для того, чтобы очистить. Давайте покажу, как все это легко делается. То есть берем, нажимаем купить токены. 10 токенов очистка стоит. Ну, давайте приобретем 20 токенов, скажем так. Электронный платеж. Идем далее. Идем далее. Вот сейчас появилась система очень удобная. Робокасса. То есть мы можем оплатить через робокассу. Нажимаем оплата. Вводим CVN-код. И пишем оплатить. Вот, пожалуйста, как обычно, попадаем на одноразовый пароль. Отправляем этот код. Все, заказ успешно оплачен. То есть мы оплатили услуги HexGuru онлайн. Значит, теперь нам что нужно сделать? Нам нужно зайти опять на сайт. Здесь мы уже вошли под нашим именем. Выбираем SRS Hyundai Creta. Теперь у нас уже 25 токенов. Видите, как просто это все получилось. Зачислились сразу же. Ну и выбираем файл. Вот он у нас. Загружаем. И пишем очистить. Скачать новый файл. Он находится в загрузках. Вот сюда мы его вытащим и смотрим. Вот краш у нас. И вот HexGuru что сделал.
Вот изменения, пожалуйста, здесь. Да. Краш почищен полностью. Теперь можно его с помощью UMD также заливать в блок. И проверять уже сканматиком ошибки и так далее, и так далее. То есть 16-20 после прошивки может даже и не появиться, даже на столе. Поэтому пробуем. Итак, наш блок мы подключили вот по такой схеме. Вот она. И теперь будем записывать файл, почищенный в этот блок. Вот, пожалуйста. Включаем зажигание. Делаем идентификацию ИЦУ. Вот идентификация прошла успешно и записываем наш очищенный EEPROM. Вот EEPROM OK. Закрываем MD и заходим в сканматик. Что удобно делать сканматиком, так это сразу можно и диагностику сделать и прошить блок. У нас Hyundai Creta. 17 года она, МПИ и подушки безопасности. Смотрим, что здесь у нас получилось. Вот, пожалуйста, ошибки. То есть никакого краша, никаких 16-20 ошибок здесь нет. То есть все ошибки только по подушкам, по датчикам удара и по предупредительной лампе. Ну, еще по натяжителю передних ремней. В общем-то, вот все. Как вы видите, краш стерт. Теперь ставим на машину. Работа выполнена.